Привет, с тобой Рэй, и мы продолжаем Doom проходить, четвертый Doom, так что у нас тут осталось какое-то задание одно. Где у нас там испытание? Не понял, я трое зомби. А, у меня для оружия, для этого есть слоты. Что можем улучшить? У тебя у нас все закрыто. Что? Что? Закрыто, закрыто. Так, что тут? Тут надо три очка везде. Тут везде тоже три. Тут тоже три. Блин, нафиг я здесь вообще потерял. Так. И два еще для костюма. Три. Не знаю, такое все. Ой. Не знаю, вообще не вижу, чтобы есть был смысл. Ну тут все три, короче, пока лучше там не получается ничего, поэтому пойдем месить всех дальше. Нет, будь добр, верни-ка нам, пожалуйста, автоматическую стрельбу. Патронов нифига нет. Да ладно. Ты смеешься, что ли? То есть я буквально чуть-чуть не дошел до конца. Понятно, короче, все с вами. Все с вами понятно. Все с вами ясно. Почему-то попадает начало серии загрузка. Надо, короче, доходить, может быть. Ну-ка. Зато у тебя есть время подписаться, поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий. Главное, чтобы там не было бы спойлер. Колокольчик. Вступить в группу в Дискорде, либо ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Ну и также ссылка там на плейлист есть. Заодно можешь глянуть на канале, что еще за прохождение есть. Можешь другие глянуть. Достаточно быстрая на самом деле загрузка, на удивление. Начало конца. Оливия использует башню, чтобы проделать проход в их мир. Вы можете помешать ей открыть врата между мирами, отключив приточные фильтры в башнях. Не понял, а зачем здесь еще раз валяется? Типа, если не успел подобрать? Миленько, ладно, хорошо. Прорывы иного измерения — частое явление за пределами базы. Так что работникам рекомендуется не ходить по поверхности Марса поодиночке. Сейчас начнется, да? Конечно же. Ой, ну я не удивлен. Мало боеприпасов. А тогда если у меня были боеприпасы, то не? Или это типа дело пустое такое? А, ясно. Здесь что-то есть. Баранечка. Отлично. Я так понимаю, нам прыгать, да? Я же слышу тебя, где ты там ходишь. Следующий. Милый, зачем я сюда забрался? Где ты? Где ты кричишь? А, вон вижу тебя. Ты что там это все громишь-то, а? Да, понятно, просто надо было выше забраться. Вот, допрыгнул, отлично. Шестое испытание, количество 15, оружие дробовик, время 10. Ну давай попробуем.
Что это за испытание? Как оно куда вообще? Оно меня куда-то переместит, что ли? Ну давай попробуем. Ну, я так понимаю, что это испытание, типа, из разряда просто ты его встретишь специально, ты его не пройдешь мимо. У нас нет на это времени. Да ладно, успел. Ну, это случайно вышло. Я не специально успел. Ты видел? Там уже мигала секунда. Я слышал по звуку, то что там все уже, там уже было. Подожди, руны надо вставлять и использовать одновременно можно до 3 рун. Ну такое. Могли бы что ли музычку какую-то ставить на этот. Ну и... Так, у нас теперь 3 на... А, рунические испытания. На вкладке руны можно просматривать доступные руны и использовать их. Там же можно посмотреть прогресс улучшения полученных рун, а также узнать требования для открытия дополнительных ячеек для рун. Угу. Ну, допустим, так, это мы потом почитаем. У нас 3 для оружия, да? Так, что можно-то? Шквальный огонь. Быстрый огонь. Вот не знаю, в общем-то. Ну давай, короче, пулемет. На него просто патронов-то нифига нет, что-то. Все бы ничего, но на нем реально нет патронов. Ну и... Эскейп же назад, чё я выйти-то не могу? Отлично. Пылесос, отлично, собрали. Оу. Миленько. В таком месте. Что у нас там, новенькое оружие какое-то? Это что еще такое? Ракетомет? Уже так быстро? Ракетомет. Со времен своей разработки в конце 21 века это оружие почти не претерпело изменений. Благодаря исключительной мощи радиуса поражения оно стало стандартом для тяжеловооруженных бойцов всего мира. АК немного улучшила дизайн, добавив быструю автоматическую перезарядку. Корпус оружия изменен для совместимости с модификациями ОАК. Отлично, но здесь лучше, чем дробовик, по-моему, ничего не будет. Ух ты, боже ты мой, я уже всего тут боюсь. Стой, тихо. Да, давай-ка без этого. Да что ж у меня так подкидывается-то все? Где ты? Кто успел мне? Да как ты так всекаешь-то постоянно? О-о-о. Вот это плохо. Они что, жестче стали, что ли? О, я только думал, что тут будешь здесь. Да ну,
Что ж ты будешь делать-то, а? Блин, практически вынес меня, допустим. А, у него помощник этот. Все, музычка закончилась, значит все в порядке, да? Да. Мне кажется, это стоило подобрать до начала боя, но ладно. Так, что мне нужно? Мне нужно, во-первых, для начала, короче, это... Дело великое сделать. Стоямба. Нет! Вот это, конечно, ты улетела. А ты как это не хочешь остановиться, например? Так, окей, умный прицел. Понятно, термоудар. А, оглушает. Оглушает нафиг, но не надо. Может, да, ракетница стоила взять, но нет, ладно. А, это только при выстрелах, понятно. Так, патрончики. Так, у меня нет патронов для моего нормального оружия. Понятно, все с вами ясно. Стало сразу мне. Ну, неплохо, слушай. Мне нравится. Вполне себе такое приличное сразу оружие стало. Вообще зачет. Особенно учитывая, что они близко подходят. Оп. Вообще классная штука. Здорово, ребятушки, нам нужно вас точно скоро открыть. Кто первый? Блин. Так, иди-ка сюда, мой родной. И еще кто-нибудь. Оп! Блин! Я не хотел столько зарядов тратить. Следующий. Минус. Все? Как-то простенько мы с вами расстались. Где кто еще? Никого нет вроде. Никуда не понимаю, куда надо идти вообще. Что здесь? Что-то валяется. Ну, хпшечки взяли. Еще одна комната, подожди, а там что за комната? Тут куча комнат просто. Так, ну-ка. Что там наверху? Что это? Давай глянем. А, мне вообще-то, да. Мне вообще везде тут надо побывать. 70, 100. Ладно, давай поднимемся наверх. Как неохота на вас тратить что-либо. Так, здесь ничего, да? Все понятно, что тут ничего не работает. Так, тут можно взять дробаш, в принципе, брить. Давай заюзуем. Окей, я понял. Тут, короче, повторно валяется все оружие, чтобы ты, не дай бог, какой-нибудь да не пропустил бы. Так. Мы лишь временно отключаем башню. Вам нужно снять каждую линзу отдельно.
Осторожно откройте защитный корпус. Осторожно. Обнаружено энергетическое загрязнение. Нарушать производство аргент-энергии не обязательно. Все нормально будет, не волнуйся. Так, 200. По идее, ближе у нас вот эта локация. Жалко, ты никак ускоряться не можешь. Это было бы не помешать тебе чуть-чуть. До свидания. Эй! Так, знаете что? Задрали, че это вы такие тут живучие, там что-то валяется. Ать? Я так и знал. Давай, 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 уже быстрее. Эта анимация была прикольная первый раз. Во второй раз можно, не обязательно совершенно было ее делать. Так, улучшение, что мы можем улучшить? Боеприпасы, броня. Здоровье. Да все еще боеприпасы. Мне пока что даже не вижу, чтобы здоровья прям критически где-то не хватало. Так, 35. 40. Подожди, а мы что, здесь не пройдем никак? Это типа не сквозной проход. Выше надо забраться. Ух ты, отлично, это как придумано, а? Подожди, но это не играет так, как я думал. А куда нам? Зачем я сюда забрался? А, вон, точно. Все, супер. Ой, можно я не буду сюда заходить? Такой, не-не-не-не-не, ребят, не-не-не-не-не-не. Я можно закончу вот здесь? Прекратите. Без фильтров использовать энергию ада невозможно. Внимание, обнаружено. Вы не представляете, насколько ценно то, что вы разрушаете. Это идеальный. Кто здесь? Неисчерпаемый источник энергии. Я здесь никого не вижу. Ладно, пойдем закончим с той локацией. Я так понимаю, это неизбежно. Ребятушки, здорово. Следующий. Не, ну нормально, так можно, в принципе. Ой, все, полетели. Ой, зачет вообще. Просто огненная тема. Знаешь что, пошел-ка ты. А кто меня гасит-то? Нет! Давай. Отлично. Минус. Бронечка, отлично. Эть. Отлично. Слушай, прям нормальное оружие. Следующий. Отлично. Так, контрольная точка, хорошо. Очко улучшения оружия. Но у меня, по-моему, всего-то там их сколько? Два очка. На что я могу улучшить? Я могу улучшить это оружие. Да. Выстрел с плазменного оружия генерирует тепло гораздо быстрее. Значительно ускоряет восстановление после седьмого удара. Вот это прикольно. Позволяет накопить больше тепловой энергии, повышая потенциал. Ух ты, ничего себе. Пассивная генерация тепла происходит постоянно. Офигенная тема. Я думаю, что... сначала продув возьмем, чтобы быстрее получалось у нас все это дело. Так, хорошо.
Что ж, ладно, тогда на этом мы закончим эту серию и продолжим буквально вот следующий. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши в комментарии, подписывайся, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте и пока-пока.